Времени 9 вечера. Лёх, скажи что-нибудь. Форева, комары. Табак пожевать прикольно, но что-то как-то не забирает. Добрый вечер! Вот стайка молодых дрыщей, которые вышли в 12 часов дня, а сейчас уже 8. Радостная надежда получить астрофилит. Наконец дошли до астрофилитового ущелья. Офигеть! Из-за какой-то булдыги мы потратили уйму времени. Вот человек жрет лимон. И даже кружка не держит. Рабочий перекус – это вот тушняк, продукт, и хорошее настроение у всех, и добродушные лица. Все в надежде сейчас дойти до вон того перевала и наткнуться там на кувалду, которую кто-то там оставил, которую мы должны забрать с собой. Бай-бай! Ноги вверх подними! Молодец. Можно было и без весла, собственно. Нет. We'll be right back.
Вот мы наконец поплыли. Проплыли час, и народ уже хочет кушать, есть, жрать. Все по-разному. Вот Маринку уже порвали. Маринку вели группа Маринка и офигевшие. Вот один из них. Старый барбуль. Одного нашего клиента там бросили. Ну ничего. Вода просто, блин. Сейчас будем опять плыть. Или есть. Добрый вечер. Вот мы совершили горную экскурсию по походам, потом сплавлялись по рекам, теперь плывем под парусами по супер-мега-озеру. Вон Костя и Наташа. Да. Ветер мы проспали, потому что сейчас уже почти 7 часов. Потому что они вчера всю ночь ели пельмени и бухали. Пока мы с Митяем спали, а еще нас в чем-то обвиняют. Похоже на то, что мы пока пускаем.
Каждый вечер разбор и сбор байдарки. Тренируемся на время. Специально. Чтобы потом не было проблем. Последнюю спальшил. А? Последнюю спальшил. Нормалек. Thank you.
порошок целебный, людям он везет. Человек и кошка порошок тот примут, и печаль отступит, и тоска пройдет. Человек и кошка не с трудом считают вместо неба синего серый потолок. Человек и кошка по ночам летают, только сон не вещий, крыльев не дает. Доктор едет, едет сквозь снежную равнину, порошок целебный людям он везет. Человек и кошка порошок тот примут, и печаль отступит. Где ты, белая карета, в стенах туалета? Человек кричит, но не слышат стены, трубы словно вены, и бачок сливной, как сердце бешено стучит. Доктор едет, едет по снежную равнину, порошок целебный людям он везет. Человек и кошка порошок тот примут, и печаль отступит, и тоска пройдет. We'll be right back.
Сливочки. Большой. Пожарим. Да, сильно. Это красная икра. Халявная. Халявная. В ней зачем ковыряются палочками? Здесь это не есть красная икра. Да, мы ее не едим. Мы только палочки в ней ковыряемся. Слышу голоса, вот они где. Неужели вставать? Что-то так не вышло. Неужели уже вставать? Не, я услышала. Рыбка. Рыбка. Рыбка нужна, ребята? Я так, а? Рыбка. Рыбка. Вот это красная рыба. Ее поймал Серега. Да, штраф за это $50. Но Сереге по барабану. Он режет ее и режет. Да, сейчас будет чавкать громко. Еще не сказал, что эта рыбка называется семга. Это семга. Она красного цвета. Вот. Черно-белый телевизор. У меня черно-белый. Я вижу только черно-белое. Пока. Ну все.
Надо потом сначала рабочий выпрямить, а посмотреть, что на сене. Вот этот человек не ест красную рыбу. И пиво пьет с воблой. Сюда сюда. Thank you.
бы у ней глаза, как речка.